Экспериментальную программу по блокчейну намерены внедрить 5 крупных медицинских организаций США. Совместно с компанией MultiPlan участники эксперимента будут определять, насколько обмен данными между организациями здравоохранения с помощью технологии блокчейн может повысить скорость передачи данных, упростить администрирование и улучшить доступ к медицинской базе. В настоящее время врачи, поставщики диагностических услуг и другие участники системы здравоохранения хранят раздельные базы данных. Это приводит к ошибкам и значительному расхождению в информации.